А сейчас перед нами места, где нешуточные, поистине грандиозные дела вершат сибиряки. Юг Якутии. Нерюнгринский угольный разрез. Запасы этого месторождения исчисляются сотнями миллионов тонн. Причем уголь Нерюнгри высшего качества, коксующийся. Золы в нем всего 13%. По соседству геологи обнаружили практически неисчерпаемые залежи железной руды. А это значит быть новому промышленному комплексу. Вывозить черное золото приходится автомашинами. Но так будет до поры до времени. Настанет час, и полновесные составы с якутским углем взвалит на свои плечи Байкало-Амурская магистраль.